На первом татаме победу одержал Глеб Шишкин, Приволжский федеральный округ. На первой татаме приглашаются Эльдар Тимирезов, Северокавказский федеральный округ, Денис Егоров, Москва. На первом татаме готовится Никита Олейников, Южный федеральный округ, Джава Гусейнов, Уральский федеральный округ. Третьим татами победу одержал Руслан Привалов, Южный федеральный округ. На третьей татами приглашаются Магомед Амаров, Северокавказский федеральный округ, Ацамас Заоев, Москва. На третьем татами готовятся Иосиф Семин, Москва, Александр Лобанов, Центральный федеральный округ. На первом татами встречаются Никита Олейников, Южный федеральный округ, Джавад Гусейнов, Уральский федеральный округ. На первом татами готовится Магомед Идрисов, Северокавказский федеральный округ, Олег Баранов, Санкт-Петербург.
На втором татаме победу одержала Екатерина Жигалова, Центральный федеральный округ. На второй татаме приглашаются Лолита Аниашвили, Южный федеральный округ.